Ну зачем есть мясо с картошкой? Ну съешь ты селедкой ее там с рыбой. Но зачем ты на ночь вместе с этой бульбой жрешь мясо и ложишься спать? Как ты будешь спать, как ты проснешься утром? Пивец какой-то. Ты вор. Джентльмен удачи. Украл, выпил, в тюрьму. Украл, выпил, в тюрьму. Романтика. Как стемнеет, кассу буду брать. Редиска, новохудоносно. Петух гарпунский. Шакал я паршивый, все ворую. Вот на шухере я сижу. Падла. Ломай меня полностью. Зачем? Я хочу, чтобы ты ломал меня. Да? Да. Извращенец, что? Я хочу, чтобы ты ломал меня. Ты извращенец? Ты сможешь? Зачем? Люк, я твой отец. Ой, тепленькая пошла. Ветер, ветер, не видал ли где на свете ты царевны молодой? Я жених ее! Вы кто такие? Я вас не звал. Идите на... Парень. Эй, парень, кот что ли сдох у тебя там? Иди нахер! В художественном фильме «Терминахер». Нихуя! Да ну нахуй! Ебаный в рот! Нет, граждане! Я! Балконы! Балконы! Пронесло! Пронесло! Твою! В художественном фильме «Материца». Приятного аппетита! Что-что? Кто не работает, тот ест. Ты знаешь, что такое тектоник? Что? Ну, тектоник, танец такой. В художественном фильме «Тектоник». Что-то холодно в этом году в Анталии. Первый катамаран к берегу. Сейчас, деда, сейчас. Может, горячий чай или кофе? Горячий чай! Кофе, пирожки. Как же хочется кофе. Знаешь, теперь я понял. Губит людей не пиво, губит людей вода. А я люблю пиво. Жигулевский огонь вообще. Реклама. У тебя болит печень. Возможно, у тебя в печени стрела. Потому что нужно было покупать доспехи в компании «Феодалстройспецодежда». «Феодалстройспецодежда». 300 лет на рынке междоусобиц. Мы занимаем первое место в мире по экспорту газа. Национальное достояние. А в дошираке мне состав не нравится, но в поездах им все равно питаются. Вагончик тронется, лапша заварится. Вагончик травится, вагончик травится, вагончик травится. Лапша закончится, гастрит останется. Ну, граждане, алкоголики, хулиганы, тунеядцы, кто хочет сегодня поработать? На сегодня наряды. Песчаный карьер, 2 человека. Песчаный, 2 человека. Огласите весь список. Есть снаряд на строительство жилого дома. Цементный завод. А на ликероводочный нет? Джон, дорогой, уже поздно. Пожалуйста, приезжай. Хочешь, чтобы я приехал? Это Валико! Валико, который мимино! Помните, вы в Тбилиси проходили, а я голландских кур грузил. Ходит в гости по утрам, тут поступает мудро. Известно всем тарам-парам, на то оно и утро. На то оно и утро. Скучная вечерняя пора, хозяева зевают. Но если гость пришел с утра... Афаня! Афань, дрыг! Афаня! Говори, его нет! А ты кто такой? Идите спать! Вы пьяны! Are you ready for the English lesson? Yes. Yes! Perfect. Take your seats. English, motherfucker! Do you speak it? Yes! Then you know what I'm saying. Yes. Describe what Marcellus Wallace looks...
чужие губы тебя ласкают, чужие губы шепчут тебе. В тот вечер, когда будет бой, ты почувствуешь какое-то жжение. Так вот, к такой-то матери эту гордость, понятно? Ержан, Ержан, вставай, салам алейкум, вставай, на работу пора. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии и нажимайте на лайки. Всем добра!